Российские СМИ провели расследование, в рамках которого смогли установить, что по всей вероятности у главы Кремля Владимира Путина есть третья внебрачная дочь от любовницы. По данным журналистов издания «Проект», девушке 17 лет, ее зовут Лиза, а ее мать Светлана Кривоногих является одним из владельцев крупного российского банка «Россия». Эту информацию тут же опроверг Дмитрий Песков, но сделал он это в такой панической форме, что люди поверили в эту информацию еще больше. Ксения Собчак не осталась в стороне и критически высказалась в сторону оппозиционного издания, которое опубликовало статью о внебрачной дочери президента. По ее мнению, авторы не предоставили читателям никаких доказательств. Кроме того, телеведущая отметила, что авторы заявляют о наличии фотографии якобы дочери Путина, однако не публикуют ее. Также не замечаются снимки президента с предполагаемой матерью внебрачной дочери. Собчак сделала вывод, что статья это в большей степени слухи, рассказанные какими-то чиновниками по знакомству. Тем не менее, видео с расследованием было опубликовано на YouTube-канале, в котором подробно описана связь Путина со Светланой Кривоногих, с которой российский президент мог вступить в связь. В рамках расследования журналисты пишут, что Кривоногих была знакома с Путиным еще в 1990-е годы. До знакомства с будущим российским президентом она проживала в одной из коммунальных квартир Петербурга, однако буквально через несколько лет обзавелась элитной недвижимостью. Ее соседями стали олигархи Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и другие приближенные. В 2000-х она начала работать в Банке «Россия», а потом стала и его акционером. Сейчас ее имущество и активы, по информации издания, оцениваются более чем в 100 миллионов долларов. В 2009 году у Светланы Кривоногих родилась дочь Лиза. В документах указано отчество Владимировна. Имя второго родителя в них отсутствует. Журналисты получили в свое распоряжение снимки предполагаемой дочки Путина. Из этических соображений публиковать в открытом доступе фотографии они не стали, поскольку ребенок не достиг совершеннолетия. Однако авторы расследования утверждают, что на фото девушка очень похожа на Путина. В социальных сетях Лиза зарегистрирована под вымышленным именем и фамилией, однако после публикации видео с расследованием все фотографии с ее лицом были удалены. Предполагаемая мать третьей дочери Путина общаться с корреспондентами отказалась.